таке в мене невеличке запитання. Як ви вважаєте, чи є в Миколаєві миколаївська кухня? Якщо ви думаєте ні, її створили, повірте нам. Я обіцяла, що у нас час гостя так і є. Дозвольте, представлю Олександр Пронкевич та Юрій Любаров, автори та ведучі програми «Місто і знаки». Перехожу на русский. Доброе утро, спасибо, что пришли. Будем анонсировать очень интересную программу, полюбившуюся нашим зрителям «Город и знаки». Это уже третий сезон, кардинально отличающий. Вот если первый это был городские прогулки, второй это литературных произведениях, говорили через них о Николаеве, то это кулинарно. Я бы сказала, кулинария и знаки, да? Давайте, чтобы стало более понятно нашим зрителям, посмотрим анонс, а потом перейдем к разговору с вами. Как мы стоим, да, конечно. Настоящие борцы. Я же планирую, что это можно будет съесть. Чи можливо пізнати місто за його кухнею? Саме на це питання вирішили відповісти ведучі програми «Місто і знаки» Олександр Пронкевич і Юрій Любаров. Ну, умники, хватит там сидеть разговаривать. Айда сюда чистить рыбу. Можно? Ну, типа да. Дальше пошли. Типа того. У новому сезоні приготуємо суто миколаївські страви. Щонеділі о 20:15 на телеканалі «Миколаїв». Выглядит, конечно, особенно концовка так мощно, мощно. Расскажите, идея, что вы хотели показать? Вот. Идентифицировать как-то Николаев через блюдо или как? Рассказывайте про идеи. Это была идея Юры. Вот именно с этого цикла это была его идея. Ну вот Александр Викторович говорит, надо город как-то показывать с разных сторон. Сначала показали его действительно в реальности, улицами, домами. Потом Александр Викторович сам показал его через литературные произведения, будучи специалистом этой профессии. А сейчас мы вот решили такую вот сочинить николаевскую кухню. Ну не так сочинить, как просто вычленить из тех блюд, которые сами едим, которые все едят. Ну, вот мне везет сейчас держать меню. Блюда по-николаевски, разнообразный бычок, икра из синеньких, николаевский борщ, стильные перцы, салат по-николаевски. Скажите, это какие блюда? Как вы это меню составляли? Почему именно эти блюда были? На самом деле, путем опроса наших знакомых и близких, вот, например, Юрий запустил такое исследование в Фейсбуке, и народ просто рассказал, что он ест. Да, то есть мы не стремимся, это не кулинарная передача, это нужно понять, да, то есть это все вокруг кулинарии, вокруг тех блюд, которые мы как бы едим каждый день, и как мы даже уже сочиняли, мы себе пытались представить, как эти блюда могли бы изменить сознание николаевцев, или что они говорят, что они говорят о городе. Характере. Конечно, это все субъективно, там очень так все. Ну вот первое в меню бычок. Бычок, ну, да. первое, что пришло нам в голову, это, конечно, вот эта рыбка, и как она определяет характер николаевцев, и, может быть, она похожа на жителя нашего города, ее там судьбой, жизнью, какой-то там целеустремленностью, выживаемостью, ну, в общем, много-много вот мы наговорили про бычка. В каждой передаче рецепт – это на втором месте, хотя мы старались, чтобы каждый… То есть каждый... вы не до конца придерживались рецептуры, что-то дофантазировали… Ну, я хочу сказать, что мы совсем не придерживались рецептуры. Мы придумывали свои блюда. Скажу по секрету, ни Юрий, ни я поварами вообще не являемся. Вот то, что я хотела сказать, вы люди творческие, интеллигенты, Николаевич, и тут вот заготовка. Но я думаю, не каждый день вас увидят. Представление еды, это тоже творчество. Ну, с нами еще был повар, Андрей, повар ресторана Sky House, который нас принимал у себя вот на крыше. И, конечно, основные, самые сложные вещи, ну, делал он. Мы были. Или давал четкие указания. Иногда мы делали без него блюда, его не было в программе, мы вдвоем... Это можно было сами есть. Готовить. Какие блюда вот вы вдвоем без помощи повара? Плачинду мы сделали.
самое сложное блюдо. Я не хотел сознаваться. Ну почему вы так? Мы сделали плачинду и даже съели ее. Съели. Ну я думаю, что было вкусно, я уверена в этом. Смотрите. Я не очень. Ну, не свойственно же, правильно, вам стоять вот с ножом и нарезать вот продукты. Для вас это. Меня бросают на салаты на праздники. Я думаю, что после программы еще больше, да, станут бросать. Не знаю. Да, наверное, жена еще больше будет это привлекать. Я не думаю, что после просмотра это измерение моей жизни не изменится радикально после программы. Хорошо, смотрите, вы говорили, что вот опрос, опрашивали знакомых, скажите, вот мировоззрение наших николаевцев, климат влияет как-то на нашу кухню, на блюда, которые мы готовим? Вот давайте разбираться. Ну, конечно, влияет. Но что такое климат в широком в смысле этого слова? Тут же у меня теории по любому поводу. Значит, это была такая целая теория в 19 веке. Понятие климат – это не только там, погода, это почва, это вода, это общая атмосфера, это какие-то вещи, да, конечно. И вот особенно, например, вот николаевский борщ, да, с чего мы начинали, шли на рынок, покупали продукты прямо на рынке, чтобы показать, что продукты наши, ну все равно херсонские. То есть задействованы были все города Херсон... и области продукты. Конечно. Все равно херсонские помидоры купили, ну ладно, они пошли. Но это тоже часть николаевской кухни. Ну это соседи. Ну конечно, нет, в том все местное, аутентичное, выращенное тут. Наши особенности какие николаевские, да, во-первых, это много воды. С трех сторон у нас вода, ее много, пресной, хорошей, вкусной воды. Второе, это солнце, которая, к счастью, светит практически 365 дней в году. И вот это эта правда, степь, да. Вот эта степь, вот это все накладывает, конечно, и на блюда, которые мы предпочитаем, и как мы делаем эти блюда именно по-николаевски. Потому что борщ-то делают. То есть я бы сказал, что это простая, вкусная, вечная еда. Здоровая. И здоровая. Самое главное, да, что есть, что у нас здоровая. Угу. Очень интересно, вот меню большое, но все-таки, но все равно же выделяется что-то. Вот самое интересное, вот самый, может, веселый процесс приготовления, может, самый вкусный. Вот какое меню вы можете выделить? Хотите самый грустный? Давайте и веселый, самый грустный. И грустный. Он будет на самом деле самый веселый, потому что вот пиво и снеки, кажется, что это очень весело. Это было действительно вот весело. Вот я и хотела остановиться на этом. Но грустно было в том, что мы были на работе, и нам нельзя было и пиво мы не пили. И, это грустно и было. Запрещено, и запрещено же показывать распитие напитков на экране, и мы этого очень четко придерживались. Но не выбрать николаевские снеки по-николаевски, и не выбрать пиво в общее меню мы не смогли. Угу. Поэтому мы и об этом тоже рассказали. То есть и тут же вообще такие открытия, сопротивление материалов какое мощное, да, то есть вообще я семечки не ем. Но в экране мне пришлось... Но вы выдали секрет, что такое николаевские снеки. Я думаю, что теперь все поняли, да? Там еще кое-что, все не будем говорить. Да, не будем раскрывать. Безусловно, в каждом рецепте там была большая доля и юмора, и иронии, и, в общем-то, какой-то фантазии, конечно. А без фантазии не получается по-моему, создавать хреновуха нового. Была самая хреновуха открытая была такая, в смысле применения фантазийная, фантазии. Да. Слушайте, ну вы сейчас очень заинтересовали, ну очень. Скажите, вот вы же не соприкасались к этой теме. Что с вами произошло? Не только в плане николаевской кулинарии, а давайте возьмем глубже. Вот что вы для себя поняли? Что вы раскрыли? Что у вас изменилось после вот всего? В нас? Да. Потому что первое, поварами вы никогда не были, а николаевской кухне так тщательно, ну и с юмором, и с иронией не соприкасались. И вот прошли эти съемки. Что с вами теперь? Ну, как вы относитесь? Здесь главная идея какая? Постичь город. Как вы теперь постигли? Как у вас изменилось вот, через призму? Я очень признателен Юрию, потому что у меня немножко такой... тяга к похоронным шуткам у меня. А он мне говорит, ну не надо, ну мы ж пройду. И вот он все время меня сбивал в такой, вот такой очень оптимистический, да, ракурс. Я учился видеть этот город еще каким-то таким-то ярким. Это здорово. А я вот открыл, ну не открыл для себя, я подтвердил в очередной раз, что на любые вещи в жизни можно смотреть с оптимизмом, с радостью и с юмором, в том числе и на еду. Это прекрасно. Это же колоссальная вещь. Мы не до конца не понимаем это, но это огромный пласт. Вот если вы сейчас посмотрите на Viasat History, да, там они сделали 10
я не знаю, серии истории итальянской еды. Ну там, конечно, совсем все наворочено, потому что они ходят по роскошным итальянским ресторанам или очень хорошим магазинам, и они рассказывают о том, вот колбаски какие-то, а вот на этом месте провели раскопки, и тут стоял магазин в Древнем Риме. Может, мы те же колбаски. Может, мы когда-нибудь тоже расскажем о какой-нибудь более древней. Хотя темы древности и вот нашего полуострова и нашего края тоже там затронуты. И мы, да, мы понимали из истории. Это такой пласт культуры колоссальный. Понимаете? И нам нужно просто на него больше внимания обращать. Еще одна идея, которая нас, в общем, с Юрой, наверное, преследует, мы хотим сделать, чтобы у города поменялось вот это представление о самом себе на показ, что ли, если на позитив, да, на позитив. Потому что должна быть такая картинка в городе, которая привлекает людей сюда. Понимаете? А еда точно сюда всех привлекает, это проверено. Согласна. Конечно, да. Конечно. Мы видим, да, мы видим, что люди специально едут куда-то, чтобы попробовать что-то. Да. И вот это что-то, в принципе, надо придумать в Николаеве, и тогда потихонечку. А что бы это могло быть? Да что угодно. Ну вот, например, приезжайте к нам в город Николаев, чтобы попробовать... Бычки. Бычки. Ну так, к примеру, потому что... Ну а что, ну пошли, взяли удочку... Какой-то там человек из Германии, да, который, знаешь, что такое удочка уже давным-давно. Нет, который привык к прикормленным водоемам, где ему там рыбу цепляют. Он пришел, сел под этим самым под мостом. Мостом, закинул удочку, наловил бычков, потом взял, наверное, сковородку. Потому что еще вкуснее. Котика позвал, а потом спрашиваешь, ты что помнишь? Это как рождается? У меня есть друзья, немецкие коллеги, они приехали сюда, мы пошли попили пиво николаевского, да. Значит, в чем мы... Приятельница сделала такое, значит, какое-то потом мороженое. Это в Мельном Патрике. Поставила, значит, на... И садится солнце. Она говорит, смотри, это Куба. Да? Точно как Куба. Потом, значит, думаю, надо чем-то удивить. Подходит первый трамвай. Я говорю, поехали на первом трамвае. И он в гору. А потом я спрашиваю, что ты запомнила после этого? Говорит, трамвай. Трамвай, ну. Так и тут будет бычок. Еще такой вот нюанс. Вы готовили на третьем этаже кафе, это на крыше было, да? То есть вы могли видеть наш Николаев как бы сверху. Это придавало какой-то особый взгляд вот в приготовлении? Рассказывайте. Конечно. Нет, мы же видели крыши. Мы же видели крыши старого центра как города. Как это влияло на приготовление? Это влияло, вот как драйв, вы говорили, драйв, да, и вот некая оторванность от земли, да, вот это вот, не скажу там, что возвышенность, да, но вот некая оторванность, как будто ты сейчас не в реальности. Ну вот, пример, полет, что не вошло, да, то есть снимаем мы последнюю передачу. Да, вот рассказывайте. А рядом крыша, и вот такая вот, и мужик без страховки по этой крыше ползет. Очень трудно работать. С молотком там, с молотком, очень трудно работать в этих условиях. А мы смотрим. Какой же там салат, если тут такое, да? Народ, да. Спарень, это еще та же, ну ты дядька даешь, да. И потом это же изменение перспективы, опять же, да, то есть, помните, как о том самом, за двумя зайцами, ты такой большой, они такие маленькие, но это, простите, чистая ирония, мы очень любим николаевцев, и нет этого взгляда. Да, но вот это вот как бы... Обзор, вот эти вот бесконечные наши крыши николаевские, да, вот такое вот, давало какое-то такое ощущение, да, того, что мы, вот мы дома, ну вот как-то... И само же название Sky House, мы очень благодарны как раз, да, вот... Дом восходящего неба. Дом восходящего неба, да. Благодарны этому заведению за то, что они нас туда пустили, и все это безобразие не ограничивали. Хорошо, давайте все-таки вот такой итог. Тот, кто вот, каждый вот со своей идеей хочет что-то донести, вот что человек чему-то научился. Мы уже поняли, что вот кухня, Николаев, это все более глубже копнуть. Но вот, после просмотра третьего сезона, николаевец должен понять, что для себя. Ну, рецепты мы уже поняли, что дома приготовить. Еще что? Вот чему научиться? Одна вещь. Николаев прекрасен, если за ним ухаживать. Вот надо полюбить. Вот человек должен посмотреть эту передачу, да, вот, и просто полюбить свой город. Полюбить себя в городе, город в себе. Ну, в общем, вот чем больше мы будем говорить о каких-то положительных вещах, чем больше мы будем находить что-то вкусное в нашем городе, тем как бы мы быстрее будем вместе с ним расти. Это же ну, и вкусное, мы же понимаем, что имеется в виду не в еде. Конечно, в широком. И в еде тоже. И в еде тоже. Но это же символично, что передача стартует
Когда? В воскресенье она стартует. День города? 11, да, вот что это делалось. То есть получается, что мы готовили. И приготовили. Я, да, хочу сказать нашим телезрителям, что, ну, не пропустите этот момент, включайте телеканал «Николаев» 11 сентября в 20:15, время очень удобное, прайм-тайм, я думаю, что все смогут посмотреть. И вот давайте вот в будущее посмотрим, будет ли четвертый сезон? Четвертый, я думаю, что нет, потому что мы хотим поменять тему. Понимаете, тут немножко какая... вещь, как вы заметили, три программы построены в разной эстетике. Да, абсолютно разные. Конечно, это можно продолжать бесконечно, но как нас учит подлинная такая шедевральная кулинария, нельзя людей кормить до конца. Нужно прерывать процесс поедания. Надо вставать из-за стола чуть-чуть голодным. В самом интересном месте. Поэтому мы, как тот бычок, будем делать... Финт. Я думаю, это будет что-то опять грандиозное. Но опять связанное с городом. Ну, конечно. С городом, потому что мы вот зарядились на то, чтобы осмыслить город. С разных сторон. Таких, два таких Фолкнера. Спасибо вам. Мне интересно посмотреть, как два мужчины с юмором, творчески, и вот будут это готовить. Первое про бычок будет выпуск. Да. Вот, очень интересно. Спасибо вам большое. Александр Пранкевич, Юлий Любаров, авторы, там, ведущие программы «Город и знаки» были у нас в гостях. Ждем премьеры. Спасибо вам большое. Хорошего продолжения дня.